Лепаш 1, спасибо большое за донат. Ты в чате уже это вангуешь. Что либо я буду дохнуть от смеха, либо скажу, что это полное говно. А вот я. А я возьму и назло тебе сейчас ни то, ни другое не сделаю. В донате праздничная авторская... донатная установка на запись. Ролик авторская зарисовка скетч. Давайте. Итак. Авторское кино Александра Азимова, серия 1. Пока нормально. Где этот дебил? Сука, блядь. Я не знаю, может, я фрик, но мне... Пока ни хрена смешного, да, по идее? Чё, как он хуй перевернутый, блядь? Авторское кино Александра Азимова. Что это вообще? Ладно, смотрю, смотрю, всё. Я абсолютно трезвый, если что. Где он? Ну, где он? Босс, что? Алло? Алло. Да, я, да. Да-да. Слышь ты, я не понял, что Алло. Там с разрешением? Я не понимаю. Ты вообще страх потерял? Ну ты вообще невменяемый, да? Ну, типа, да, актерская игра не очень, но... Ну, в этом и прикол свой тоже есть, как будто, ладно. Все хорошо, я на типа, месте. Есть же были вот эти вот скетчи, типа, какой-то популярный канал даже был, где чуваки очень плохо прям отыгрывали всякую срань. Ну, у них прям вообще не смешно было, как мне кажется. Слушай, ты вырвал. Слушай сюда, где этот доминант? Я даже не знаю. Где доминанта? Я даже не знаю, если честно. Короче, все, 5 минут, если не будет. Еле слышно что-то, звук очень тихий. Все, давайте. Или я вас убью, Ничего. До свидания. Чек ТГ. Я тайминг проебал с Кобейном. Алло. Так. Почему мне звонит Тони, говорит? Где доминанта? Где доминанта? Где я? Я подъел. Ну, рофлы в Team Fortress, да, это весело. Мне кто-то в Team Fortress подарил для снайпера куртку точь-точь, как у Дерьмиора. Даже жалко, что я на снайпере там не играл почти никогда. Очень давно не заходил, кстати. Я тут при чем? Ты где вообще? Ты вообще, блядь, за меня не отвечаешь, что честно звонит. Он мне сейчас звонит. Мне его сбрасывать, по-твоему? Я пока ни хера не понимаю, что происходит, если честно. Дед Мороз. Братан, что? Что вы делали? Блядь, я только что звонил у Тоника и сказал, что идите на работу. Вот, работа, я очень трудолюбивый. Давай я с тобой... Самое, вот тут, когда следишь, все равно как будто слишком мало чего происходит. Плюс очень тихий звук. Выйду за тебя на работу. Вернее, очень громкие всякие шумы и очень мало, ну, записывалось просто на телефон, типа там шуршание, типа, куртки камерамена, короче, слышно громче, чем то, что чуваки говорят. Сейчас что-нибудь попробую сделать с этим. Типа вот так, не знаю. Пока было я вроде бы понял. С небольшим налетом прога запись https://yahoo.by/. Так, следим дальше. Тритон! Тритон? Король, как я понял, все, он ему ничего уже не поможет. Ну, кроме тебя, естественно. Да! Я!
единственный шанс. Вот опять же. Да-да-да-да. Здравствуйте, здравствуйте. Тебе не знаю, зато какие-то вот именно кашли и хрюки слышно супер громко, а все остальное... Я вообще не понимаю, вот он тебе поможет, здравствуйте. А мы прекрасно... Прекрасно выкрутились из ситуации, в общем, послушайте меня сейчас, вы же можете меня выслушать, правильно? Вот, я сейчас нашел, знаете кого, я нашел Тритона. Так. Мне кажется, это достойное решение, замена нашей проблемы. Какого? Я считаю, что это достойная замена. А еще у меня куртка наизнанку. Все, сейчас все будет. Да, в общем, без лишних слов мы сейчас будем. Еще у меня куртка наизнанку. Блин, ну, короче... Если это какой-то для корешей такой какой-то прикол свой, ну вот, то четко. Ну просто, типа, здесь слишком непонятно и не увлекательно, что ли, и не хорошо слышно хотя бы, чтобы было не динамично сделано для того, чтобы это, скажем, стало вирусным в какой-то даже локальной тусовке. Ну, я бы удивился, если бы на этом ролике было, там, не знаю, 20 тысяч просмотров хотя бы даже. То есть... Вот! Потому что слишком всё. Просто сделано неумело. Тихо! Слышь, успокоились! Слабага два клуба. У него, он такой, у него характер, конечно. Какие бывает... характеры? Ты да совсем, подожди, ты кого привел сюда? Грязевика. Ну послушайте. Ты как про мою собаку? Да не в этом смысле. Собака твой клоун. Твою мать. В общем. Стоят не пьяный. Ах ты, сучка. Зачем так разбрасываться? Я могу быть не пьяным, молодой человек. Я его сейчас разрешу! Я же сказал, вот, пожалуйста. Молодой человек, я совершенно не пьяный. Что? Молодой человек, я совершенно в состоянии сыграть Баха. Мне кажется, совершенно было излишним наш конфликт, и я предлагаю его разрешить. Прыгни. Прыгни! Куда? Прыгни! Кто ты привел? Это Тритон. Ну это Тритон. Ну понимаете, ну это же замена. Какая замена? Тритона моя! Пау! Лайка бас! Блин, ну это... Нет, вроде полное говно на самом деле, но панч в конце, типа, смешной, даже если не понимать особо, что там это вообще значит. Пиу! Ну, плотная, как бы, плотный налет шизы присутствует. Но, типа... Да хз, найдите мобилу, у которой микрофон не находится в жопе у одного из, это... Не знаю, у оператора. У кого-то из вас. Потому что, ну, просто... Это Тритон! Доминанту можно заменить Тритоном от нее. Когда? Я, честно, я не знаю, что-то... Вот, я постарался прям максимально забыть вообще все, что, короче, заучивал в музыкальной школе, потому что там такую антибазу выдают. Я запомнил только вот прям самое худшее, чтобы цитировать, чтобы было понятно, насколько там беда. Типа, параллельные квинты запрещены. И что-то какие-то еще штуки, не помню. В джазе тритоновая замена называется. Ну, блин. А я-то откуда знаю? Я вот знаю... АМ, ДМ. Вот это. Знаю. Ну, то есть я знаю, что такое тритон, типа... Я знаю, что такое доминанта. Но... Что значит, что тритон можно, ну, типа, доминанту можно заменить тритоном от нее? Как, в какой ситуации? Типа, всегда, в любой момент? То есть, вот я играю джаз, типа, и делаю тритон просто вместо доминанты. Вот у меня доминанта, допустим, типа, я играю... Типа,
Серьезно? Вот так делают, что ли, или что? В любой момент всегда можно так насрать? Прикольно. Не знаю. Я ничего не понял. Авторское кино, блядь. Ну. Это вот, знаете, вот как был какой-то видос, типа, математики шутят. Вот. Это, по-моему, вот тут. Вот примерно вот что. Вот. Вот этот видос, это то, как. Как. Это вот вы. Те, кто в этом видео присутствует. Тритоновая замена, блядь. Это вот прям нахуй. Вот это... Ровно вот это произошло, блядь. Такая история.